вот так называемая школка. Я сюда высадил из стаканчиков 54 сорта вегетирующих саженцев на 10 августа 2021 года. Они имеют вот такой вид. Они также опрыскиваются сейчас для возревания монофосфатом калия и высаживаться непосредственно на место постоянного жительства. Вот, в связи с тем, что не подготовили ямы для пересадки этих саженцев, пришлось обрезать 54 этих сорта на два глазка и попробовать укрыть их на зиму до следующей весны. Значит, засыпаем опилки, предварительно обрезаем бутылки дно, устанавливаем их, пробки открываем, засыпаем опилками внутрь дополнительно. Кладем яд от мышей и опрыскиваем внутри бутылки мироместином или тем же самым так называемым хлоргексином. Опилками до горловины бутылки, оставляя над горловиной какое-то пространство для проветривания. Школка имеет окончательный вид, засыпанные опилки, бутылки горловины без крышек. В них засыпан яд от мышей, опрыскан перекисью водорода, мироместином, хлоргексином им же и железным купорозом. Накрываем сверху каким-то укрывным материалом. В данном случае у меня это шифер и линолеум. Проветривание там... Пространство остается. Будем смотреть, что у нас получится весной. Вот тот самый русбол, который пересадили. Укрытие на зиму засыпало опилками. Под ними ящик, укрытый мешком от сахара. Посажены в этом году саженцы, обрезанные на две почки. Они находятся под бутылками. Также опилками укрыта пересаженная лепсна. Под ними ящик, укрытый мешковиной. Железка от собак, чтобы не раскопали.